Ну что, ребят, поехал в магазин, в общем, хочу кошкам что-нибудь купить, там мясное, не знаю, сейчас посмотрим, что купить, потому что как бы бабулька этих кошек держит, а кошек у нее очень много на самом деле. Ну, от вас, ребятушки, буду ждать лайки, там, комментарии пишите, в общем, от души благодарю. Поехали. Ну все, ребят, решил, в общем, по 99 рублей пару пакетиков желудка взять и возьму, в общем, кошачий корм. Ну что, дорогие друзья, в общем, маленький обзор такой, да, в общем, купил вот такие желудочки мяса, да, 2 пакетика. 2 пакета макарон, 1 пакет вот такой, 2 пакет вот такой, и купил, в общем, китикет, 10 пакетиков, в общем, вот 10 пакетиков китикета, 10. Я думаю, что бабушка обрадуется, потому что у нее кошек очень много, она очень любит своих кошек, дай бог ей здоровья. Все, поехали, друзья. Ну все, ребята, в общем, я приехал к бабушке Нине. Ну, цветы. Кошек у него... Сколько у вас кошек? Ритм не такой. Сколько у вас кошек? А? Кошек сколько у вас? Скажите еще раз. Кошек много. Много это сколько? 13. 13, ребят, 13 кошек, число представляете? Число такое 13. Вот так. Вот 10 взрослых и 3 вот такие. Все, вот я купил кошкам это, ну, что продукты. Такие? Это от ребят, короче, от моих подписчиков, как бы. Вот они мне помогают, я тоже. Помогают? Вот, держите. Ну, конечно. Ну, это ладно, хоть помогают. Да, а вот, держите. У тебя самого, ты знаешь. Ну, это? Ничего страшного. Такие. Ой, опять. Ой, блин, опять. У меня макароны лежат свои. Ну вот, я макароны тоже купил. Да? А да. Вчера мне зять принес мелкую эту лапшу. Mm-hmm. А эти, а они все трясут, им все равно, что есть. А там не было мелкой лапши, я что-то не нашел. Да? Ну да, вот что нашел, то взял. Ну зачем ты деньги тратил? Тебе не нужны в Москве в этой проклятой. Вот так вот. Вон, смотри, кошки какие большие, здоровые. Вон еще бегает. Сейчас еще покажу. Да вам спасибо. Ну все, дорогие друзья, вообще на этом видеоролик заканчивается. Всем удачи, всем хорошего настроения. Пишите комментарии, ставьте лайки. А я, ребят, сегодня сейчас поеду за билетами домой. Вот они, красавцы. Свои еще не падают.